Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и перед вами очередная выстраданная кровью и потом лицензия класса B на золото, только теперь во втором Гран-туризмо. Да нет, я шучу, конечно, никакой крови не было, ну, может быть, разве что немножко пот. На самом деле, эту лицензию я довольно быстро сдал. Ну, так как она, естественно, первая, и задания здесь довольно легкие. В общем, решил я немножко изменить традициям, и прямо по ходу нашего прохождения Gran Turismo 2 параллельно начать прохождение и лицензии на золото. Так как за них, как вы уже знаете, конечно же, дают машины призовые, мы прямо по ходу прохождения будем их тестировать, будем пробовать на них что-то пройти, дабы посмотреть, как они себя ведут. Прокачивать их, наверное, полностью будем, дабы тоже посмотреть, как она себя в гоночной комплектации ведет, та или иная машина, данная за золото. Естественно, те машины, которые будут поддаваться прокачке, потому что дальше нам будут давать чисто гоночные уже агрегаты, их просто будем обкатывать. Ну вот, наверное, как-то так все это будет дело обстоять. Ну и, собственно, вот перед вами начало. Это первая самая лицензия, самая легкая в Gran Turismo 2. Это лицензия B. И ее я прошел, где-то потратив на нее около 2 часов. Ну, плюс-минус там 5-10 минут. Поэтому она мне далась даже проще, чем лицензия класса B в первой части Gran Turismo. Ну что же, давайте приступим. Ну и, как говорится, приятного просмотра. Ну и желаю, чтобы вы, может быть, чего-то почерпнули из этого видео для себя. Ну, в общем, все, начинаем. Приятного просмотра. Ну вот и первое задание. Классическое задание Gran Turismo, разгон, торможение. Здесь особо сказать нечего, просто нужно разгоняться на вот данной машине. Тут нам дан Toyota Vitz. Не трогать руль, просто разгоняться по прямой, и самое важное — правильно выбрать точку торможения. Единственный есть тут нюанс, что тут трасса уже начинает немножко уходить в наклон, и можно уйти сначала немножко левее, а потом как бы завернуть в горку. Ну, это чуть-чуть поможет сократить время торможения. Ну, а так, в принципе, больше сказать особо и нечего. Самое главное здесь точно оттормозиться, и оттормозиться как можно ближе к началу, собственно, зоны самой остановки. Ну и хоть это самое первое задание, но затратил на него я довольно много времени и сдал только с 10-й попытки. Второе задание в этой лицензии, в принципе, идентично первому. Разница лишь только в предоставляемой машине. На этот раз у нас более мощный Fiat Coupe. Ну и советы ровно те же. Пока разгоняетесь, не дергаться. И тормозить нужно сейчас гораздо раньше. Где-то сразу после таблички 900 метров начинать тормозить. Ну и, собственно, все. Эта лицензия, это задание у меня отняло всего лишь 3 попытки. Ну и на этой довольно мощной уже машине в зоне торможения лучше всего рулем уже ничего не делать. Тормозить ровно по прямой. Я же тормозил с заносом, ну, чисто ради эффекта зрелищности. Третье и последнее задание из категории «Разгон-торможение».
Ну и условия абсолютно все те же. Единственная машина стала еще мощнее. Это Nissan Skyline GTR R34. Он еще более скоростной, поэтому точка торможения отодвигается еще дальше от зоны остановки. Надо тормозить чуть-чуть перед табличкой 900 метров. Ну и опять же повторюсь, что тормозить нужно строго по прямой, стараться не допускать заноса машины, ее вихляния. Опять же скажу, что я пускаю машину в занос чисто ради зрелищности. Чтобы получить хорошее время, нужно тормозить чисто ровно по прямой. Ну и это задание поддалось мне с четвертой попытки. На первый взгляд четвертое задание кажется очень простым, но на самом деле это не совсем так. Оно учит плавности поворота руля, и секрет успеха здесь в очень плавном повороте руля. Нельзя допускать резких движений и стараться ехать как можно ближе к внутренней бровке. Ну, в принципе, в этом и есть секрет успеха. Потратил я на это задание непростительно много, 20 попыток. Но подозреваю, что с рулем это задание становится гораздо проще. Пятое задание очень похоже на предыдущее. Единственное, здесь нам дана более мощная машина Impreza VRX, и радиус круга стал больше. Ну, секрет успеха здесь абсолютно такой же. Надо стараться очень плавно двигаться по окружности и по возможности как можно ближе к внутренней бровке. И вот стараться не залазить далеко на внутренний бордюр, потому что с него сразу начинает машину сносить достаточно далеко на внешний радиус. Сдал я это задание вообще с 22-й попытки, но в ней не записал реплей, поэтому потратил еще две, чтобы улучшить свое собственное время и записать уже и реплей. Поэтому, ну, можно сказать, что с 24-й. Только в шестом задании нам наконец-таки предлагают пройти поворот на трассе, но на самом деле сложного здесь вообще ничего нет. Здесь даже нет сброса газа. Самое главное здесь соблюсти правильную траекторию, классическую траекторию, внешнее-внешнее. То есть на входе в поворот попытаться как можно шире войти, потом сам поворот проходить как можно ближе к внутренней бровке, даже залезть на внутренний поребрик и на выходе максимально распустить машину, дабы она смогла разгоняться как можно раньше. Самое главное, в общем, здесь правильная траектория. На это задание я потратил 7 попыток. Седьмое задание в лицензии B оказалось для меня самым сложным. Я долго не мог подобрать скорость, с которой надо входить в поворот. В этом задании нас, по сути, впервые учат пользоваться тормозом на входе в поворот. В общем, расклад такой. В поворот входим на скорости не меньше 100 км в час, где-то в районе 103-106, ну и, естественно, также по классической траектории, широкая, узкая, широкая. Максимально близко на апексе подъезжаем к внутреннему поребрику и на выходе расширяемся также максимально. Это задание далось мне лишь с 30-й попытки. Восьмое задание
практически зеркалит предыдущее. Все то же самое, та же машина, тот же самый практически поворот, проходящийся на точно такой же скорости. Единственное, что теперь он правый. Правила все те же. Разгоняемся, точно оттормаживаемся, на максимально возможной скорости проходим апекс, здесь это в районе 106 км в час, и максимально расширяем траекторию на выходе из поворота и следуем к финишу. Это задание, как ни странно, я сдал с первой попытки. Предпоследнее, девятое задание на переднеприводном Форде Когуар. У него есть небольшая недостаточная поворачиваемость, и нам предстоит тут пройти S-ку. Первую ее часть, левый поворот, проходите с таким расчетом, чтобы на выходе из нее вас не вынесло слишком широко. Старайтесь остаться приблизительно посередине трассы, так как следующий поворот правый. На входе в него, возможно, потребуется небольшой сброс газа, но тормозить там не стоит. Если вы все правильно сделали, то удастся его пройти практически на полном газу, лишь немножко сбросив газ. Золото в этом задании я взял с третьей попытки. Заключительное, десятое задание. Все входящие условия те же самые, что и на предыдущем задании, но одно существенное отличие — это то, что мы стартуем сейчас со скорости 100 км в час. И на торможении перед первой частью, левой, нам предстоит довольно интенсивное торможение. В этом, собственно, и заключается сложность этого задания. Самое главное здесь четко оттормозиться перед первой левой частью эски, в остальном же здесь все точно то же самое. Остаемся посередине на выходе из левой части и входим в правую ее часть на полном газу. Ура! Последнее задание пройдено, золотая лицензия получена. Со спокойной душой можно засейваться и посмотреть, что же таки за машину нам выдали. Если честно, понятия не имею, что за тачка полагается за лицензию Б. Плохо, когда не знал, да еще и забыл. Поэтому для меня это тайна, покрытая мраком. Так что заходим, смотрим, наслаждаемся. Ага, это опять спун. Но Spoon S2000 на самом деле хорошая машина. И, в общем, как я вам и обещал, в следующей серии прохождения именно Gran Turismo мы с вами опробуем эту Honda, прокачаем ее, посмотрим, на что она способна. Ну и устроим ей, так скажем, полноценный тест-драйв. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. С вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи!